Подарки на Новый год 2016 для женщин. Любимой женщине можно подарить ювелирные украшения с символом наступающего года, духи, красивое нижнее белье. Если вы не можете купить что-то дорогое, то сладости в подарок придутся по душе любой представительнице прекрасного пола. Лучше откажитесь от банальных сладких наборов, а закажите, например, букет из сладостей. Подругам можно подарить елочные шары с изображением обезьяны или керамические сувениры в виде символа года. Ведь каждая дама любит украшать свое жилище, а без таких мелочей просто не обойтись. Для бабушки и мамы следует подобрать что-то более интересное и практичное. Возможно, ваша мама давно мечтает о мультиварке или хлебопечке, наборе качественной косметики, экзотическом горшочном растении или о красивой картине, осуществите ее мечту. Бабушке можете подарить теплый халат или плед из натуральной шерсти, на котором изображена хозяйка 2016 года, такие вещи будут проявлением. С вашей стороны внимания и заботы, а это самый приятный подарок на Новый год. Подарки на Новый год 2016 для мужчин. Мужчины, в отличие от женщин, практично и не любят бесполезных подарков. Поэтому лучше всего преподнести что-то, что связано с его увлечениями, очень удобное в использовании и при этом необходимое многим. Представителем сильного пола является термокружка. Можно подарить что-то универсальное, например, домашний халат, духи или часы. Если же вы обладаете навыками вязания, то вашему любимому человеку будет очень приятно получить от вас теплый свитер или шарф, сделанный собственными руками. Дедушке тоже можно подарить теплые вещи, домашний костюм, шапку с шарфом и перчатками, свитер. Эти вещи будут радовать его и ежедневно напоминать о вас. Подарок для отца зависит от его предпочтений. Для спортивного папы лучшим подарком станет кубок самого лучшего отца, спортивная экипировка или билет на матч любимой команды. Для тех, кто работает в офисе, подойдут галстуки, рубашки, визитницы, органайзеры и дорогие ручки. Тем, кто проводит много времени в дороге, можно подарить что-то из автомобильных аксессуаров и гаджетов. Подарки на Новый год 2016 детям. В Новый год 2016 детей можно порадовать забавными игрушками в виде обезьянки, причем не обязательно мягкими, но и теми, которые могут двигаться и разговаривать. Живая игрушка подарит ребенку море радости и положительных эмоций. Еще одним хорошим подарком, связанным с символикой 2016 года, может стать рюкзачок в виде смешной обезьянки, вовнутрь можно положить конфеты и фрукты, такой презент будет не только приятным, но и практичным. Также ребенку будет приятно получить в подарок мягкие домашние тапочки с мордочкой обезьяны, шарфики, варежки, шапочки с новогодней символикой.